Прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, и ты будешь в курсе о новых видео. Сегодня расскажу, как с помощью расширения можно зарабатывать небольшие деньги, а именно BitTube монеты. Ее цена составляет 0,04 цента. Возможность вывести нашу монету на 5 бирж. В данный момент только пользуюсь LiveCoin. Я уже смотрел, сколько можно будет уже вывести на эту биржу. Минимальный вывод составляет 10 монет. Внизу под роликом будет ссылка. Переходя по ссылке, вы попадаете на такой сайт, где можно скачать наше расширение. Также можно скачать его и на другие браузеры, на такие как Mozilla, Opera, такого браузера как Brave. На него тоже можно установить это расширение. Что же такое BitTube? BitTube — это расширение для браузера, которое используется вместо привычных блокировщиков рекламы и дает возможность зарабатывать их монеты. Так, при установке этого расширения вы получаете автоматически 5 монеток TUB. Итак, скачали расширение, нажимаем на него. Заходим в SyncUp, это у нас будет проходить регистрация. Пишем свой юзернейм, свою почту, пароль, подтверждаем пароль и нажимаем SyncUp, произведется регистрация. Вам на почту придет письмо, нужно будет перейти по ссылке, чтобы активировать нашу почту. Вам еще одно письмо придет о том, что вы получили 5 монеток за регистрацию. Само расширение. Установил 25 числа. В день мне начислялось чуть больше 1 туба. Ну, тут один день был меньше. 1,1, 1,36, 0,04. Вот цена на эту монетку. Также здесь есть реферальная программа. И за каждого реферала получаете 5 туб. Можно также купить эти токены. Вот находится наш кошелек. Что же мы тут видим? Производится загрузка страницы. Вот наш адрес. Пишет здесь баланс, когда были обновления, транзакции. Мы можем отправить, пишем адрес, сумму и отправить платеж. Минимальный вывод на бирже LiveCoin составляет 10 монет туб. Здесь ничего сложного нету, разберетесь, все довольно легко. Пользуйтесь и бесплатно получаете монетки. Всем хороших заработков, всем профита!